Пошли! Сила! Маша! Девушка, а можно вас попросить вот в эту сторону не фотографировать? Спасибо. А можно меня фотографировать? А меня нет. Я не буду фотографироваться с детства. Я могу даже интервью дать. Бесплатно. Дайте. Давайте. А вы давно продаете? Уже лет 7. Я и работаю, это как увлечение. На выходных? Ну да. Нет, до этого, конечно, я работал постоянно, а теперь уже только на выходные. Потому что работа уже есть. Слава Богу. И вы каждые выходные приходите? Нет. Когда есть интерес. Пожалуйста, сколько времени? У меня телефон не работает. Ага, как сегодня? Удачный день или? Вообще отлично. Отлично? Да. Принес кучу всякого, извините. Вообще просто понаходил на улице. И уже 700 рублей не заработал, еще ничего не продал. Ну, скажите, пожалуйста. Чтобы заработать 500 рублей, мне на работе приходится 10 часов работать. А тут просто пришел, еще с людьми общаюсь, еще и домой купил себе, посмотрите, он рыбу пью. 33 гривны, я никогда себе не позволяю такого. Двое детей, внук все-таки, ну, тем не менее. Смотрите, все, что здесь находится, это все, что вы найдете. Смотрите, посуда какая. Ну как можно взять и выбросить? Такую взять вещь. Пожалуйста. А вы сами покупаете здесь что-то или нет? Да, вещи. Да? Он штаны себе купил. Он телефон я покупаю, не дарю. Обувь жене обязательно. Все детям покупаю здесь дорого. Зачем покупать кроссовки за 2500, если здесь точно такие же оригинальные, можно взять за 2900. Вот разница есть. Люди глупые просто. Вот так вот, если посмотреть, то... Чтобы вы понимали, Samsung, который стоит 7500, я здесь купил за 450 гривен, допустим. Экономить денег все-таки, экономить. Ну, конечно, смотрю, чтобы она была не крадена, не ворованная, но это понятно. Если наркоманы какие-то продают, я не покупаю. Вот посмотрите, ну зачем этому человеку, что ему надо, цепочки кусочек? Казалось бы, да? Посмотрите, машины какие, что ему надо? Все равно ходит, скупает, перекупает. Это же легче, чем работать, правильно, лопатой махать сегодня? Не знаю, кажется, что тут холодно стоять. Ну, вы знаете, за 2500, за 3000 в день, ну, да, почему бы и нет? Холодно, когда домой приходишь, тебе внук говорит, деда, да, на душе становится холодно, а так не холодно. Не, понятное дело, что холодно. Тем тоже, что не холодно, посмотрите, ходить. Вот что ему надо, зачем оно ему, я не могу понять. Тем не менее, вот и шел, оно просто валялось. Смотрите, сейчас накупит, а меди не купит. Удивительные люди. Я как-то здесь поспорил с приятелем и взял какашки собачьи, честное слово, и продал их по 5 гривен. Да? Какашка этим потенциям. Говно. Говно. Пуэрториканское говно, а тем потенциям. И так девушка, когда начала брать, он уже начал смеяться, так это сам, так я извинял. Тем не менее, это сам. Вот здесь и богатые люди, и бедные, посмотрите. Ух, барыги, знаете, это же песня такая. Я придумал, а Куреневка, Куреневка, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свободу. А кругом одни барыги, денег куры не кури. А между ними как шакал, люди бедные, снился Куреневка. Это именно пляжка барахолка.
зупинка площадь Петропавлівська. Вінницький, Стрілецька, сплачуйте проїзд у будь-якому виді громадського транспорту та заощаджуйте до 3,50 за кожну поїздку.